Всем доброе время суток. У нас сегодня 31 января. Время почти 6 утра. Встала я 5:30 и собираюсь на работу. После работы поеду заберу Няху Дуняху и собаку Барабаку. Дуняшка — это моя племянница, моего брата, дочка. Это для тех, кто не знает, кто новенький на моем канале. И потом все вместе мы заедем Коле в больницу. Доброе утро, Мурманск. Тишина такая на улице. Ну все, часик-полтора, и все начнут выходить на работу. Понедельник, рабочая неделя началась. Не замерзла? Я только подошла. Сварила вчера гороховичный. Я тоже, Оля. 2,5 часа варила. А я меньше. У меня горох какой-то одно, знаешь. Не, он разварился. А я что, пока яичко варила, сухарики обжаривала. А, ну ты прям по-настоящему. Я конкретно. Но я без сухарин, да, и яйца, да, тоже не добавляю. Нет, я на отдельной тарелочке яичко порезала колечко. А я думаю, что сварить? Ну, вспомнила, что ты гороховый суп. Думаю, у меня тоже из ребрышки сварила суп. Интересно, сегодня 8-й день придет, хотя бы позвонят врачи. А, Сашка-то, ну, блин, капец. Он лежит и лежит сегодня. Все равно мы должны назначить день приема. Хотя бы анализы дайте, ответ это вы должны на смс-ка прислать. Учета дайте. Слушай, ну они забыли про него. Кстати, это у меня раз то же самое было. Коля лежал, был на больничном, ему не позвонили, не звонили, он потом пошел сам. Пошел сам, типа, мы вас выписали еще вчера. Коля, вот с какого перепуга вы выписали? А как я должен был об этом узнать? Вот, и я написала на WhatsApp, есть какая-то что-то по Минздраву. Жалобу написала, сняла видео подробное, как они мне со мной... я с ними потом переписывалась. Это, короче, у меня там целая эпопея. Я сняла видео подробное, выложила. Вот на WhatsApp, что у меня есть доказательства, что вот это вот, они нам никто не звонил. Еще и по-хамски Коля им звонит. Почему вы нас, типа, мне не приглашаете? Мне же на прием. Так сидите спокойно, не переживайте, вас пригласят. Короче, хамили, у меня были голосовые сообщения вот этих вот баб, которые звонили. Да, 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 да. И я потом на WhatsApp, и, значит, это, в эту службу, которая по Минздраву, и эти бабы, не знаю кто, звонили нам домой, извинялись, продлили ему больничный на те дни, которые он, ну, как бы, он же не знал, что его выписали, как он пойдет на работу, как он пойдет на больничный. А тогда был ковид, и нельзя было самим вообще никуда рыпаться, но как только вот это все началось... Вот, вообще ни в поликлинике, никуда. Сидите дома, вам все позвонят, скажут. Ну все, я их доконала, Оль. Так я же как бы с Сашкой своим так и не было. Тоже сидит дома, ждет, а ну, и про него... Я позвоню. Про него забыли. Я же, и такие хамски, так по-хамски отвечали, это вообще что-то. Ну что же, продолжаю влог после работы. Я уже приехала за Няхой Дуняхой и за собакой Барабакой. Привет. Ты так скучала, моя ты Барабака, ну подожди, дверь закрой, глади. Ну все, мой хороший зверь, мой прикольный. Да ты мне всю камеру истыкаешь носом своим. Привет, Няха. Давай, гляди, давай, можно я пойду посмотрю на Няхины цветочки новые, можно? Да люблю тебя, люблю сильно, люблю. Сейчас, моя маленькая, сейчас под делом, да, в гости пойдем. Ты мой кузнечик, ты мой кузнечик, ну пошли. Пошли Оксика посмотрим. Ой, Дуни, да тут красота, я же издалека вижу. Няха, ты выросла что ли за месяц какая-то ты? Че, лохматая вся? А? Лохматая такая, не чесалась сегодня? Нет. Ой, а сережки-то у тебя новые. Ну привет. Так, начнем с Оксика. Привет, животное. Леди, я тебя тоже люблю. Ну, привет. Ты смотри, так смотрит. Ты так смотришь? Глади, ты со мной уедешь, дай посмотрю на Оксика. Оксичек, ты Оксичек такой. Ты так внимательно смотришь, да? Ух и Мося у тебя. Слушай, Дунь, он правда вырос, Клэдди? Он вырос, да, я вижу, что... Он за 2 недели вырастает, тут месяц. Ну, такая морда у него такая потешная. Ты что хочешь с ним делать? Ставить его. Ну, можно вид сверху у тебя.
А, это охлаждение, да? Да. Все. Ну, собака, барабака, сейчас мы тебя туда гунем, ну. О, такой внимательный. А он слышит вообще это? У него есть слух? Он глухой. Глухой? Ты глухой, да? О, раскорячился, ты посмотри на него. Какой ты. Ну, забавный вообще зверюка. Так, цветы смотрим. Новые. Так, кактус вижу. Малышочек такой. Гледи, ты посмотри, она везде. Она Ой, везде. Смотри, как она реагирует на кактус. А ну-ка. Она, знаешь, он колется, наверное. Нет, она его жрала. В прямом смысле. Да, но просто она сейчас рада мне и не хочет есть кактусы. Да, так, а, вверху у тебя вон плюс вижу. Потом вот это точно, это у нее как на работе у меня. Вот это тещин язык похоже. Вот, это у тебя этот гиацинт или как он? Ага, гиацинт. А, вот это кактус какой здоровый. Вы купили такой большой, что ли? Кого? Кактус вот такой огромный. Нет, мама с работы принесла. Классный такой вообще. И этот как его... Орхидея. Дуняш, ну орхидеи тоже надо будет пересадить потом. Ну мы как-то с тобой по весне. Я приеду, мы с тобой займемся твоими цветочками. Нет, к тебе приеду. То есть не поведешь ко мне цветы свои пересаживать. Я к тебе приеду, и мы пересадим, да? Клыки на пол. А вон еще у тебя. Да, все-таки я тебя заразила цветами, я вижу. Ага, еще и на подоконнике. Я вижу. Вот эта пальмочка. Это тоже такая пальма, да? Два вида пальмы. Вот это крутая, вообще классная. Я тебе покажу, у меня такая же есть в коридоре. И фиалочка. Вот фиалочку 100% надо пересаживать или поливать каждый день, потому что водичку быстро... Ну, она быстро выпивает, мало в земельке у нее. Так, Гледи, что тут за бардак у тебя? Что за бардак? Что за бардак такой? Это у нас Федор. Ну, сейчас Федор у нас постарше. Красавец. Мужчина. Мужчина красавец. У него через 7 месяцев дыре. Дыре скоро у него, да? Так, ну что, Гладюня, надо одеваться. На улице холодно. Ты одеваешь чуть собаку. Хорошо, я собаку одеваю. Уже ужарилась. Вот. И поедем сейчас к Коле заедем. Коле заедем! Я не знаю, с собакой нас пустят или нет, но если что, мы по-быренькому. Мы тебя спрячем, да? Мы тебя спрячем, Коле заедем. Он тоже соскучился. Сейчас покажу машинку, которую я вязала для своего брата. Я сказала тогда, вернее, когда ее связала, я потом сказала, что это первая и последняя машина в моей жизни, потому что ее так было тяжело вязать, она большая, вот эти вот нитки толстые, но я довольна результатом. Это машинка Audi, Миша у меня любит Audi и ездит только на Audi, поэтому вот эта вот машина для него была связана. Я старалась для брата и надеюсь, ему этот автомобиль нравится. Ага. Очень нравится так, что он с ним даже не спит. И с ним сплю я. Я что, тебе связала? Ты что, да. Мужчины не спят с этими, с игрушками, с подушками. Кому ты врешь? А кто спит? Вот этот кот, который сзади тебя, он любимчик папы. А, еще и маска для сна его. Короче, ну правильно, кот мягкий, а эта машина-то твердая. Естественно, он будет лучше с котом спать, чем с твердой машиной. Так, не умничай, давай, собирайся, лохматая. Не расчесывалась даже сегодня. Расчесывалась. Ты гулять пойдешь, да? Ты гулять пойдешь. Я уже гуляла сегодня. Ты по морозу гуляла? Так, одевайся хорошо только. Теплые штаны, все. А, у тебя же новая вот эта штука. Ну вот тоже придумали, как она называется-то? Балаклава. Балаклава, бабаклава. Баба Клава. У Дуни на голове Баба Клава. Тетя Клава, привет, да? Так, шкаф закрываем. Опа. Все, давай, Коля там уже заждался. Собирайся. Гледи едет на Лене. Лена едет на земле, а Дуня вообще. А Дуня идет в своей балаклаве смешной. Все, пошли. Так, придерживай двери. У меня руки заняты. Ха-ха, не ха-ха, вон Оля за углом. Кто не знает, за кого хвататься. Ну давай, Дуня первую. Да, давай, вторую. Ничего не Я не знаю, надо ее прятать, Коля. Это Привет. Пусть сидит. Привет, Жердичка. Все, пусть на лавочке, мы ее прикроем. Тут, кстати, камеры стоят, могут нас это...
Вся скучилась за Колькой, да? Ты вся скучилась. Завтра еще денек. А послезавтра домой. Так, тебе послезавтра домой. Тебе вот здесь вот от Анюты из Санкт-Петербурга и от Костика гостинчики. Она сказала купить от них. Какой? Анютка из Санкт-Петербурга. И рыбачок маленький. Тебе передали вот тут гостинчики. Какой рыбачок? Ну, кого-то рыбалки хотела, Анинова малого учить. Какой рыбачок? Ну. Я тоже хотела. Так и не научил. Отпустите на берег. Не, бегать не надо, пусть на лавке сидит. Это сейчас увидят. Девушку поменять. Да у меня есть мелкие деньги. Кофе тебе взять? Иди. Ты держи или на руках ее, или посади между собой и Дунькой. И она будет сидеть. Дуняхи послезавтра, в среду. Тебя в среду выписывают. Я в среду к врачу. Я не знаю, когда, во сколько тебя выпишут, во сколько она поедет. Ты балабакин. Ты балабакин такой собакин. Ты собакин балабакин. Как отдадут, так у меня приятно. Я тебе сейчас покажу. Саша с Крыма прислал, он на рыбалке был, поймал рыбу. Угадаешь, какая рыба там? Какая? А не знаю, угадать, нет? Пеленгас, наверное. Нет, не пеленгас. Сейчас. Во-первых, сколько она весит, смотри. 670 кг. По весу. А теперь смотри, что за рыба, Коля? Ну, угадай. Не сажал. Поближе смотри. Нет. Могу подсказать. Красное мясо. Форель. Форель. Вот. Представляешь, в Черном море форель. Не там где-то прорвало. А? Прорвало дамбу. А, ну что-то да, он говорит, что да, он это удивительно, да. Черноморская форель. Я тоже не думала, что у них форели. На рынке я не видела. А там у них что-то прорвало, что ли, да? Ну да. Ловит все. А. Даже после некоторого работы даже подбросали. Ну вот форелька такая, она всю раковину. Угу. Все вот так вот. Завидывай. Так он один был, Алексей Алексеевич? Нет, что-то он сказал, Алексеевич ничего не поймал сегодня, он должен поехать. Сказал, должен поехать и выловить всю рыбу. Да? Да. Василий, наверное, заставил. Не знаю, если они что-то с Ольгой Васильевной или сам он. Не мучи пса, не мучи пса. Ты видишь, какая у него шапка? Вижу, красивая и теплая. Ну, это балаклава называется, как у тебя такие шапки тоже уже, вот с этим с разрезом. Не мучи, не мучи собаку. Все, напился. А. Чего руки или? Не, руки. У Коли рука была левая, левая не работала. А, блин. А что я ты думала хотела? Ноги. И что? Ты сама ходишь за ним, все. А, стой. А, понятно. У него руки или ноги? Почему я за тобой мусор выбрасываю? Дуня, ты сама логика. Правильно, у него ноги они... рабочие. Чего ты мне отдал чашку сейчас? Да, что ты ходишь за кофе? Ну. Что ты как бы чашку выбрасываешь? Коля, видишь, она аж покраснела. Самостоятельно. Сколько ему? Вот тебе так удобно, Гладия? Ты уже дни считаешь, минутки. Тебе сегодня делали процедуру сюда? И завтра еще будут делать. Ну вот как я считала дни, часы до понедельника. А Дуня считала дни, когда она ко мне в гости попадет. Да. Ну, ко мне, не к тебе. Не к нам, вернее, потому что тебя дома нет. Ко мне, не к тебе. Но она сказала, нет, к Коле мы заедем обязательно. Я даже ровно отсчитывала часы. Да, она прямо мне писала, столько-то минут, столько-то секунд, столько-то часов. Осталось до понедельника. Да. До свидания. Дуня сказала, что будет называть Колю Святой Николай, потому что он такой, до свидания. Куда пошла? Мы сегодня спим без Святого Николая. Да, Святой Николай будет спать в больнице. Нельзя тебе здесь ходить. Нельзя, сиди, а то сейчас выгонят нас. Нельзя ходить? А тебе можно. Балаклава. Все правильно, чтобы ко всем поближе быть, да, чтобы да. Рядом с Колей, с Леной, с собакой. Как раз. Чучунка. Мне так непривычно это в этой балаклаве. Не холодно, кстати, в дырке не продувает? Нет. Держи собаку, будем собираться. Так что, Коля, не грусти. Не грусти. Осталось чуть-чуть, да, Дуняшка? Кстати, вот как твоя балаклава. У меня нитки такие есть, мне... Нет, присылала. Ну, похоже. Что,
Лесечка мне присылала. Нет, не похоже. Ну почему не похоже, Дуня? У тебя помягче просто, а это немножко таки поплотнее. Да я и не собираюсь тебе балаклаву еще одну вязать. А я буду себе шарф вязать, потому что никак не соберусь. Балаклаву. Фигушки, фиг вам. Фиг вам, народная диско-изба. Так, все, одеваюсь.